Готовь сани летом. Теперь, чтобы научиться управлять автомобилем в гололед и отработать выход из заноса, не обязательно ждать зимы. Помогает в этом новейшая тренажерная система Skid Car System. Шведское изделие устанавливается на обычную машину. Оно способно имитировать любые сложные погодные и дорожные условия. Находясь на ровной асфальтированной площадке, тренажер способен подстраивать такое сцепление с поверхностью, будто ласточка сейчас едет по песку, мокрой дороге или заснеженной трассе. Скидкар дословный, да, скользящий автомобиль, систем понятно, недешевая вещь, что она нам предлагает. Во-первых, как вы видите, безопасность, с автомобилем ничего не произойдет. Во-вторых, коэффициент сцепления можно менять в зависимости от подготовленности водителя изначально. Если это спортсмен, пожалуйста, тренируйся. Имитировать можно любое, снос обеих осей, снос передней оси, как на переднем приводе, снос задней оси. Дрифтеры ездили, не ожидали, что передний привод себя будет так же вести. Пульт управления находится в салоне. На нем есть аварийная красная кнопка, при нажатии которой машина возвращается в исходное положение и обеспечивает 100% сцепление. Это тренажер единственный в СНГ. То есть ближайший сородич находится у эстонской полиции и в Польше. То есть в СНГ вот мы первые, кто купили. Ну, соответственно, как бы будем развивать это в Беларуси все. Постоянные курсанты у Дмитрия – водители спецподразделений «Стрела», «ОМОН», «Алмаз». Тренировки проходят как на высокой скорости, так и на 5 км в час. Ну что, опробуем тренажер на деле. Я знал, что не умею водить, теперь я убедился в этом окончательно. Дмитрий предлагает вести в каждой автошколе курс занятий на этом тренажере. Причем не в конце обучения, а на первых уроках. Казалось бы, для чего нужно начинающему водителю вот вдруг, чтобы машина скользила? Объясню, для чего. Человек пугается, и на самом раннем этапе у него это подкладывается в голове, что что с машиной может произойти, если он резко затормозит, либо резко кого-то обгонит, опережение, обгон, да, то есть вот какие-то моменты. Тоже торможение, допустим, немножко дорога идет под скос, резко затормозил, АБС уже не помогает, машина все равно сносит в бок. Вот тебе результат боковой столкновения, скажем так, элементарно в городе где-то. В планах у компании приобрести тренажер для мотоциклов Skid Bike и автобусов Skid Bus. Пока можно записаться на занятия по контраварийному вождению только легкового автомобиля. Узнать стоимость и задать вопросы можно на сайте skidcar.by.